Все готово к началу первого тайма. Поехали. Джерард. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Мотта. Итак, у нас аут. Вот это ввод мяча из аута. Сразу же соперник. Может получиться интересная атака. Есть хороший адрес для передачи. Пас с фланга. Де Росси. Будет угловой. Ушел мяч. Аут. Отобрали мяч у соперника. Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Отлично отбор, но кому достанется мяч? Вот это удар! Поторопился игрок с рывком вне игры. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Насри! И на месте голкипер. Как на тренировке. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Позил. Арбитр назначает штрафной. Удар со второго этажа. В красивом прыжке забирает мяч голкипер. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Де Росси. Это может быть опасно. Тут защита справляется с потерей мяча. Чуть-чуть поторопился игрок и попал в офсайд. В таких нерасторопных действиях гостей болельщики хозяев видят злой умысел и требуют от судьи принять меры. Если гости и дальше так будут оборонять ничью, судья вполне может усмотреть в этом задержку времени. Мяч перешел к другой команде. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Такие передачи всегда таят. И это удар! Относительно легкий мяч для вратаря. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Прекрасная передача. Вратарь выходит, забирает мяч, но не забросит в свои ворота. А жаль, было бы весело.
Насри. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Видаль. Это может быть опасная атака. Есть варианты, куда сделать пас. Видаль. И команда выходит вперед. На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр. Ну, тут надо голевую передачу отметить с фланга. Навес получился просто на заглядение. Оставалось его только замкнуть. Еще раз смотрим гол. Отлично разыграли. Очень хорошо пробил игрок. Стандарт действительно. Игра остановлена из-за нарушения. И тут ситуация вполне на предупреждение. Хозяева выигрывают, а игроки-болельщики гостей все чаще обращают внимание арбитра на затяжки времени. Ну, это абсолютно ожидаемо и логично. Хозяевам спешить некуда. Им нужен мяч у вратаря. Все в порядке. И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Штрафной ставит судья. Озил. Защитник не дает разбить атаку, перехватывает передачу. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Точно сопернику в ноги. Неудачно. Почти подошли к воротам, но защитник начеку перехватил он эту передачу. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Тут может что-то получиться. Выбили у него мяч. Кому он достанется? А мяч уже у соперника. Пол команды обыграл. Ничего себе. Насри. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Неплохо. Хороший пас получился. 4 минуты. Ничего себе. 4 минуты. Это много. Выбивает вратарь мяч подальше из штрафной. Получает мяч на ходу. Нужен навес. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали. Отличная игра в пас. Все точно и по делу. Мяч перехвачен. Защитник. Надо забивать и сравнивать счет. Свисток штрафной.
Вертонген. Хороший удар. Сочный, плотный. Жаль, немного не точно. Насри. Озил. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Пересек мяч боковую линию. Великали решил пробить. И на месте голкипер. Удастся ли им быстрый выход из обороны в атаку? В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Может получиться интересная атака. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Пас в разрез очень точно. Итак, у нас аут. Это может быть опасно. Мотто. Джером. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Футбол — быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Атака продолжится через фланг. Посмотрим за этой атакой. Насри! Мяч ушел на угловой. Свисток арбитра у главы. Деросси. Карасо. Запрессинговал его совсем защитник, и мяч он выпустил за боковую. Пока неплохо. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Деросси. Не прошла эта передача, мяч. Будет штрафной удар. Ну так нельзя играть, конечно. Бесспорное нарушение правил. Здесь, по-моему, все однозначно. Явная игра в ногу, а не в мяч. В футболе такое всегда карается штрафным. Защитник выносит мяч. Отобрали мяч у соперника. Теперь ударище просто. Ай да голкипер! Ай да молодец! Будет угловой. Насри! Отличный сейв! Браво, голкипер! Сегодня он играет очень уверенно и надежно. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Долго держит мяч команда, но пора. Забирает мяч голкипер.
Это он. Пошли последние 15 минут. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Тут все очевидно. Будет штрафной. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Арбитр назначает штрафной. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Осталось играть примерно 9 минут до конца второго тайма. Это он. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И это должен быть гол! Опасно! Гол! Они забили еще один гол, увеличив свое преимущество. Отыграться теперь будет труднее. Насри. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Росси. Может получиться интересная атака. Сыграно жестко, но в рамках правил. Позил. Много остановок у нас было. 4 минуты судья добавляет. Это может быть опасная атака. Карасо! Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Есть варианты, куда сделать пас. Видаль! И команда выходит вперед. На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр. Ну, тут надо голевую. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И это должен быть гол! Опасно! Гол! Они забили еще один гол, увеличив свое преимущество.